It's a lunch table. Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вас приветствуем на YouTube-канале, который ведет Юля Руфлорида. С вами ваш риэлтор Надя Эггерс. Я риэлтор в Центральной Флориде, Орландо и пригороды этого города. Сегодня уже смотрим второй объект. Снова у нас Ирина. Мы сегодня с ней ездим по опенхаусам. И опять-таки по критериям Ирины мы смотрим цена дома 395 тысяч. 4 спальни, 3 ванных полных. Площадь дома 2478, он побольше, чем тот. Да. Очень хорошо. HOA небольшие, $396 в год. И очень приятный налог. В год всего 1500. А какой-то район? Что ты назвала? Это уже Орландо. Это Орландо, да, уже город, да, Орландо. Здесь окей. Не район. То есть, хорошо, я поняла. Не район, просто город. Ясно. Это Орландо. А, кстати, ну тебе школы не нужны, но здесь школы так себе средненькие. Да, школу как бы я не смотрю, у меня, да, ребенок тебе школа взрослый, не нужно, да. Это здорово. Дом молочный и стака. Да. Ну вот, что мне сразу понравилось, то, что район, мне кажется, более чистый и более безопасный. Чем даже, предыдущий, даже чем предыдущий, да. Когда-то вот мы тоже обратили совершенно на это. Совершенно другое чувство, как бы, когда сюда въезжаешь, и вообще даже здесь, да, можно спокойно гулять, оставлять машину здесь, и не обязательно даже парковаться. Кстати, я смотрю, да. И травка позеленее, да. И цветочки покраснее, да, он более аккуратный район, чем предыдущий. Не слышно вообще никакого шоссе, ни улицы, ничего. То есть очень спокойно. Да. Не громко вокруг, да? Да, 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 тихо, да. Тишина, никакого звука. Ну, давайте пройдем, посмотрим, иначе мы тут сейчас спечемся. Да, очень жарко сегодня. Я не буду свою клиентку. Спасибо. Жарить на солнце. Грилить. Да, гриль будет. Ирина гриль. Народу здесь, конечно. Ой, вот, кстати, потолки тоже высокие, да? Высокие, сразу да. Прямо. Тут невозможно кого-то не снять. Слушай, сразу офис, но здесь уже точно он не переделанный должен быть со спальни, потому что я даже не представляю, если они... Ну, мне кажется, это можно переделать под что-то другое, не обязательно офис, да? Ну, тут как бы просто под так... фитнес. Можно переделать... Под тренажерку. Ну, кстати, да, можно здесь что-то сделать. То, что вот потолки высокие, мне это нравится. Смотри, да. Там тоже, да, потолки стены огромные. Стены нужно красить. Стены... Мне, кстати, вот это больше нравится даже, вот, намного больше, чем предыдущий дом. А там такой потолок, мы сейчас пройдем. И пол, смотрите, да, пол тоже хороший. Вроде нормально, да. Дом 1994 года, он помоложе, чем предыдущий. Да, тот хорошо, 89-го, да. Это 94-го. Мне уже сразу больше, прям вот сразу, я прям вошла, мне сразу больше нравится, чем предыдущий дом, да. Сразу места много, смотри, да? Здесь вот, сразу места и здесь, смотри, вот это я никогда не видела, да, что такие вот проемы в стенах есть, и можно действительно какие-то декорации делать, или картины, да, какой-то арт. Hello. Кухня, конечно, большая, да, но она немножко outdated, но все равно она классная. Нет, то есть здесь знаешь, можно, если кабинет переделать... Спокойно заехать и ничего не делать пока, да, по крайней мере, да, пару лет. Да, 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 мне очень нравится. Даже если я захочу что-то переделать, да, я могу просто кабинет переделать. Угу. А вот это вообще все супер, вот это вот огромное. Мне нравится, что огромная очень большая... поверхность, да. очень... Слушай, мне нравится. Много поверхностей здесь. Островок. Да. Водичку предлагают. Так. Кухня большая, да? Очень, да, большая. Вот мы только что, да, вот это вот очень мне нравится, uh-huh, что здесь open space, опять потолки высокие, да, кухня большая. Высокие потолки, огромные. И да, здесь... Да, просто. Нереально. И сразу, смотри, там дальше окно открывается, там сразу вид вообще шикарный, да? То есть как бы продолжение, да. Керамическая плитка на полу. Мне тоже этот дом больше, чем предыдущий. Предыдущий нравится, да. Ой, знаете, посмотри, еще есть. Для вина холодильничек. Опять же. Это вот где хранить вина. Послушайте. Слушай, нравится, да? Нравится. Мне тоже, да. Берем все, подаем. Подожди, давай еще посмотрим. Может быть, ванная будет не такая. Да, давайте дальше. Здесь, по-моему, гараж, да? Посмотрим. Здесь у нас пейнтри. Кладовочка для.
Ну, вот здесь гараж, это вот опять под тренажерный зал, в принципе, может. Вот здесь спокойно можно машину оставлять на улице, да, и гараж переделать в зал, и все. Да. И даже как бы не мучиться по поводу машины. Вот, опять же, обратите внимание, опять хлам у людей. Нет машины в гаражах. Да. Максимум тренажерка. Я не думаю, что у меня будет хлам. Весь этот хлам, наверное, у них было в доме, а не для продажи. Да, наверное, да. А давайте вот в эту комнату зайдем. Что это такое? Это на входе. Мы заходили. А мне нравится, как они сделали стены, да, вот у них вот эти вот, как это называется, как это по-русски называется? Вот это ламинат. Нет, нет, вот это вот между ламинатом и стеной. Плинтус. А, плинтус, mm-hmm. плинтус, точно. Мне нравится, что можно покрасить это все, и вот будет контраст с плинтусом и с полом. Mm-hmm. Слушай, ну, кстати, попкорн на потолке. То есть нужно переделывать? Ну, нет, ну ты сказала, что тебе не нравится. Ну да, а что, я просто не знаю, from... Ни в чем? Ты знаешь, на них как... просто собирается пыли больше. То есть если потолок, он гладкий, ну а понятно. Асбестос там есть? То, что некоторые говорят, что попкорн на потолок. Нет, там нет асбестоса? Нет, сейчас. Сейчас уже нет? В 90-х уже не делали. То есть это дом был построен в 90-х, ты сказала, в каком-то году, да? В 94-м. В 94-м, да. Ну, в принципе, можно, все должно быть. Да, даже не важно, все равно его можно переделать, если что. Да, если что, просто люди убирают, но... В принципе, люстры можно поменять, потолок можно настолько красиво высокий, повесить. Знаешь, вот этот попкорн, он давит, когда потолок низкий. Да, а здесь да. Высокий, его даже не заметно. Мне очень нравится. У них арт красивый на стене. Вот это вот арт, да? Да. То, что вот прямо сразу пляж. Где-то вдаль туда идет вообще. Супер. Но это они вряд ли оставят. Нет, ну это да, это я знаю. Ну просто есть какая-то идея, да, что можно здесь сделать. Very nice house. Так, здесь гостиная у нас, да? Так. Получается. Так, гостиную смотрим. Опять-таки, конечно, потолок. Ну, здесь классно, hangout area. Очень высокий, да, очень просторно. Прям да, да, дышится да. Легко, правда? А, и нет никакого кстати... вот, ни запаха, ни запаха, нет, старым, нет, ничем не пахнет. Да, совершенно да. Нормальный. А вы знаете, тут шандалир повесить, шандалир, люстру повесить. Классно, да, красиво вообще. Слушай, мне очень нравится. Смотри, и там тоже окно, видишь, оно прям света еще больше mm-hmm. дает, да? Класс, мне нравится. Мне пока все нравится здесь. Ага. Давай пройдем в спальню, Надя. Вот, уже есть высокий потолок, и уже по-другому все вот он, трожу, здесь смотрится. По-другому это master дышится, bathroom. Правда? Master bedroom, master bathroom. Вот и тренажер тебе. Ну, кстати, ванна такая большая, мне нравится. Ванна, ее можно переделать. В принципе, вот эти кабинеты можно слушай, переделать. Здесь только Кевинас переделать, потому да. Что душ новый. Да, 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 я ванна, тоже ванна, джакузи. Пол хороший. Туалет с дверью нормально. Да, только вот... Да, мне нравится, что здесь зеркала везде, прям по всему mm-hmm. периметру практически. Даже эти кабинеты я могу ими воспользоваться сейчас. Ну, конечно, а потом уже да. Со временем. И то, что окна есть в ванной, это для меня очень-очень важно, потому что окна mm-hmm. дают больше света. Mm-hmm. Очень красиво, да? Хорошо, здесь две гардеробные. Тебе хватит? Хороший размер, кстати, одна и вторая. Они, наверное, ой. Давай я пройду сюда. Гардеробные сними. Упс, сори. Ну, в принципе, толкаемся. Да, в принципе. Два человека много. И тысяч. То, что смотри, здесь окно, там окна, везде. О май гад. Мне знаешь, что нравится? О май гад, мне очень нравится. У них plantation shutters, это жалюзи такие. Ой, смотри, видишь, там они еще дерево. Достаточно дорогие. Вот это вообще все. Это мне, оставим мне... на десерт. Блин, вот это о том, что я говорила, какой вид я бы предпочитала. Вот это вид, да, вот это вот mm-hmm. вообще супер. Я даже удивляюсь, что этот дом еще на рынке есть. Не говори. Посмотри, как его много смотрят. Как сейчас накидать угу. Да, я даже вообще не накидаю. Такой дом по такой цене, это ну, очень большая. Это да, это я тоже very surprised. С бассейном и еще земли 0,25 акта, то есть здесь и земля есть. Да. Так, проходим. Нормально. Спаленка. Ну, это маленький такая детская, да, bedroom. Тоже потолки такие, да, то есть не прям ровный потолок, а немножко... Ага. И окна красивые. Потолок да. Сразу идет выше. Смотри. Очень красиво, мне нравится. Угу. Тоже здесь абсолютно есть. Абсолютно игри. Это есть. Вообще классный дом, да. Это вообще капуста. Вообще толпа. А, вот это детская. Я за вами буду ходить, потому что меня уже будет здесь много. О, такая детская, да? Ага. Да, маленькая, но удаленькая. Мне кажется, они одинакового размера в комнате,
Мне кажется, у нас кота побольше немножко. Потому что там же кровать немножко побольше. Так, это здесь машинка стиральная. А, там еще раковина есть. Смотри, какая постирочная комната. Большая. Полочки и раковина забыли. Слушай, ну это вообще супер. Кабинет, мне нравится. Еще из одной спальни сделали. Да, кабинет. Вообще супер, да. Мне нравится. Это считается спальня, правильно? Это спальня. Да. Да. Но мне как раз нужна третья. Вот почему я I'm looking for three bedrooms, да, потому что я одну переделаю в офис. Да. Потому что я одну переделаю в офис, а другую под гостиную, под спальню для гостей. А здесь получается, смотри, на входе там была комната, где ты можешь офис сделать. Да. Или здесь, если тебе какое-то уединение от кухни нужно было. Да, 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 да. Тоже есть из чего выбрать, да, то есть у каждого свои приоритеты. То есть кому-то нужен вид или... офис с окном, да, там с видом, да, чтобы было inspiration, вдохновение. На conservation area, да, на бассейн. Ну, его видите, как много смотрят? Очень много. И тут еще ванна есть. Много будет оферов. О, май, вау. Yeah, this is like another one. Что там? Ну, просто, это, по-моему, третья, да, уже? Три ванны, да. Третья ванна, да. Обычно там два или две с половиной, да? Две с половиной, это три фул, да. И тоже скошенные потолки, класс. Мне нравится. Прямо сразу такой просто такой, да? Вообще класс, как будто ты в Атике находишься. Ну что, посмотрим бассейн. О, это, по-моему, самое... Заходите в комнату, где самое, вообще самое супер, да, то, что там аутсайд. Это вообще там такое... Слушай, дом хороший, а аутсайд, да? Это вообще... Слушай, все, мне очень нравится. Я бы хотела, чтобы менеджер мой approval сделал сегодня. Мне кажется, сегодня. Этот дом даже без бассейна. О май гад! Да, даже без бассейна хороший. Здесь не только бассейн, здесь еще, смотрите, какая outside area, да? И под скрином. О, вау! Боже мой, посмотрите. Почему такая цена? Земля. Отлично. Я сразу как увидела деревья. Да, 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 да. Я поняла, что там. Знаешь, Ир, я не удивлюсь, если у них оферы будут накидывать там на 30-40-50 да, тысяч. Мне кажется, мне кажется, сейчас это очень придет. Практикуется, но тем более за такой дом, таким участком. Можешь просто подать на всякий случай этот офер. Это мы обсудим. Скажите. Вырежи это. Это весь участок принадлежит этому дому или как? Да. Да. 0,25 акра, это большое. То есть это как раз то, это просто идеально вот для меня, бассейн и то, что есть seclusion, да, то есть как бы просто там лес идет. Да. Потому что я же смотрела вообще около джунглей, но это очень трудно найти с джунглями, с видом на джунгли. А это вот именно то, что мне нравится как раз. Причем здесь можно и под скрином посидеть, да. И выйти уже и на солнышко, да. Ой, дерево манго, посмотри, сколько манго. Ага. Манго собирать. Слушай, манго-то растет. Просто усыпано. Фруктами усыпано, посмотри. Слушай, ну это просто... Какой мне двор. Кажется, это просто джем. Это просто, знаешь, это... rare find, да? Это джем. Смотри, они там придумали, да? Это fire pit, я теперь знаю. И джунгли, о май гаш. Джунгли, там может то, что вот я люблю просто, я люблю джунгли. Посетите вас олень. Я как раз люблю около леса жить. Я вот хотела, у меня всегда мечта была жить прямо около в лесу, прям практически. Вот это то, что надо. Смотри, турник есть. Да вообще тут, я уже даже все, я потеряла дар речи, у меня уже как бы, я уже все, я поняла, что мне это очень нравится. Классно, мне тоже. Да. И дерево вообще... Деревья такие старые, видно, да? И такая территория огромная вообще. Огромная территория, правильно? И там никого нету, то есть там можно ходить и гулять туда. Заблудиться бы. Да. Змей пугать. Да. Там птички поют. Стрекозы, стрекочут. И пахнет лесом, да, вот? Запах леса. Очень такой насыщенный. И там тишина, угу. В плане машин. Нет, это гораздо лучше дом, чем... Да, согласитесь? Ну что, ну это вообще шикарный дом, красивый, делаем. Да. Делаем. Я не ожидала. Ну, я то вообще есть он в снаружи шоке. Так не выглядит, как. А он только на рынке всего день или два, да, где-то так, да? По-моему. На рынке он два дня. Два дня, да, вот как раз. Слушай, ну все надо. Ну, у них уже написано multiple offers have been. Да, ну, мне кажется, скорее всего, цена возрастет там на 100-200 тысяч, да?
будут перебивать. 395 тысяч – это очень маленькая цена для такого дома. Я думаю, как минимум полтинник, специально, да? Поставили такую низкую цену, чтобы люди начали перебивать друг друга и давать больше. Но это мы обсудим уже вне камеры. Кстати, да. Давайте под зонтик ставим. Смотрите. Можно будет проследить историю этого дома и посмотреть, за сколько его продали. Да. Если подойдете, то посмотрим. Слушайте, так жарко. Я обычно слежу, если какой-то мы не выиграли дом, я обычно слежу, когда он же продается и за какую цену. Ну да, обычно по цене выше, чем мы продавали. Мне все понравилось. Очень все понравилось. Да, особенно... Нет ни одного минуса, мне кажется. Нету минуса. Есть где барбекю приготовить, конечно, где позагорать. Здесь не то, что барбекю приготовить, здесь много чего можно поделать. Да вообще, тут можно футбол играть, зонтика. Футбольное поле, смотри. Да. Это вообще просто. Я просто это speechless, знаешь. Итак, правильно. Не ожидала, что такую цену. Очень приватно. Да. А, знаете, даже что у нас, наверное, подкупило? Что? Здесь нет забора, а здесь живая изгородь. Живая изгородь, кажется, что ты вот как в природе, а не где-то, очень, знаешь, красиво, в городе. Я обожаю природу. Мне кажется, соседей не видно даже. Да. Смотри, не с той стороны, не с этой, потому что вот эта живая изгородь, она настолько высокая, что не видно соседних домов. Скрин тоже с таким, смотри, спортивным образом. Ага. Очень красиво, вот все нравится, да. Угу. И даже водопадик есть, что ближе к природе. И можно хотя бы поставить, да вообще можно что угодно сделать. Это просто, я очень удивлена. Вот такая вещь, кстати, говорят. Green egg, зеленое яйцо. Вот теперь ты знаешь, что мне нравится. Теперь... Правильно. Да, нравится, то нравится. Да. Как уложиться в бюджет 400 тысяч? Это точно. Хороший вопрос. Ну что? Будем тебя двигать на 450. Как и было оговорено. Да, 400 тысяч. Мы, в принципе, как бы up to 450, но у Иры 400 тысяч. Вот это самый желанный бюджет. Да, желанный бюджет 400 тысяч. А лучше и меньше, правильно? И такой дом. Ну, чем меньше, тем лучше, но да. Понятно, чтобы дом был классный. Ну, вот такой вот, да, только за 400. Вот такой, только за 400. Но ты купила, скажи, такой за 400? Вот да. Ну, даже не думая вообще. Он стоит. Я думаю, его, наверное, перебьют и купят за 450, да, то и больше. Мне кажется, даже больше. Очень интересно, мы обязательно вам скажем потом, сколько его продали. Чтобы вы не думали, что, знаете, здесь рынок слоу. Очень. Из дома уходит, да, за три дня, очень, да? Очень быстро все случается на этом рынке. Ну что ж. Ну, спасибо большое. Да. Спасибо, мы Надежда. Мы с вами прощаемся. Надеюсь, что наш офер выиграет. Тогда Ирина с вами попрощается, если мы будем дальше искать. Если Ира согласится в следующий раз свою оценку домам дать. Да, с удовольствием. На канал Юли, тогда мы тебя с удовольствием пригласим. Придется тебе прилетать с Калифорнии снова. Я надеюсь, что я стану здесь. Спасибо за приглашение. Все, до следующих встреч. До свидания. Всем счастливо. Пока. В камеру? Ну, можно отсюда видно, не надо подходить и смотреть в глазок. Слушай, дай я посмотрю с той стороны. Сейчас, секунду. Да, давайте посмотрим на Надю. Прикольно. Да, мы тебя увидели. Глаз? Да. Так, а вот еще, что мы пропустили. Ой, животинка. Угу. Слушай, это рыбка как из мультфильма «Нима», только не рыженькая, а черная с белым. Интересно, я такой расцветки не видела. Ой, да красиво.